какой-то парень сказал мне, что если ты встречаешься с девушкой или парень, это можно спросить, вот ты уже, с кем уже занимался. Balik lagi bersama Tura Martiana, второй видео с Настей. Jadi kita bakal nanya ke Nastya. Ini pemirsa timnya Rich Lime. Как ты думаешь? Как ты думаешь? Oke. Ini jadi bakal tentang stereotip stereotip. Прорасю. Да. Как я думаю, как он она думает? Как он? Как на самом деле правильно или нет, я не знаю. Ну, сколько лет ты уже живёшь в России? Ну, в России только третий год. Третий год. Да. А я четвертый год. Ну, почти плюс одинаково. Один русский язык, да. Больше Тура. Ну, я не русский. Ты уже русский понимаешь. Окей, кита langsungnya mulai dari awal. Сейчас, подожди. Ты как журналист. Журналист. Конечно. Jadi kita nanya dulu tentang pertanyaan ya. Pertanyaan yang gak boleh ditanya ke orang Rusia. Как ты думаешь, какой вопрос? Наверное, такой же, да? Русский и казахский. Ну, похоже. Сравнивать. Ну, похоже что-то, да? Ну, ты же говоришь по-русски чисто. По-русски, да. Да, потому что я казахский ничего не знаю. А, да? У нас можно не знать казахский. Вот, да. Больше русский. Ну, все значит. Говорят на русском, вот. Да. Сейчас у меня есть вопрос про то, что какие вопросы нельзя спросить от девушки. Нет, парня, например. У парня? Да. Например, сколько тебе лет, это нельзя, да? Правильно? У парня можно. Можно, а девушка? А у девушки не надо. Не надо, да. Почему? Это важно. Ну, так принято. Ну, наверное, это не красиво, да? Ну, да. Красиво, да. А, не, вот, ингат, напомнит, пожалуйста, окей? Okay? Что еще? Сколько ты весишь, нельзя спрашивать у девушки вес. Сколько чего? Вес. Вес. Почему? А, девушка? Да. Да, да, да. А парень нормально, да. Да. Jadi, только девушки. Ну, да. Да. Ну и нельзя спрашивать у людей, сколько ты зарабатываешь и у себя. Да, да, точно. Тоже в Индонезии. Да. На самом деле. Да. Но они типа, да, все пофиг. Да, не знаю почему. Например, как YouTube. Сколько у тебя зарплата? А-а-а. Да. Ну, это потому что YouTube, да, у блогеров это уже да. Нормально, да. Что еще? А ты в Дудь видел? А Дудь? Да, журналист. Журналист? На Ютубе видео выпускают интервью с всякими знаменитостями, нет? Нет. Ну ладно. А почему ты так спрашиваешь? Ну потому что он у всех спрашивает, сколько да? ты зарабатываешь. Да? Да. В России? Да. Ну в Индонезии немного, я не знаю. Ну, не все, да. Угу. Спрашивают меня про зарплату. Вот. Вот это я не знаю, это сенситивно, наверное. Я уже спросил Вику и... Лера? Алина. Алина, окей. Okay. Я уже спросил Алина, ее парня. Почему uh-huh. именно ты встречаешься, и ты можно спать вместе, визит вместе? Почему можно? Да, почему можно. Это или культура, или так? Или как? Ну, это, в принципе, ну, вот так сложилось, что это уже нормально. В этом А-а-а. Нет ничего плохого. Если парень и девушка встречаются, они могут жить вместе в одном доме, в одной квартире. Понятно. Ну, на самом деле, в Индонезии, yes. Такие. Ничего не говорит, допустим, просто mm-hmm. молчим, да. Но у нас уже не считают, что это плохо, это нормально. А, да? Mm-hmm. Да, не считают плохо. Некоторые семьи считают, что лучше не надо, и, например, родители не разрешают, А-а-а. И все потом, только, может быть, после свадьбы, либо когда они совсем взрослые становятся. А-а-а. Наверное, из-за того, что родители в прошлом... Ну, да, у родителей они... были другие правила, и поэтому они все еще, некоторые родители, придерживаются тех старых правил. Да, вот. А сейчас все потихоньку становится проще. Какой же, на самом деле, ну... Все равно, не так сильно. Это все так не сильно, не красиво, вот. И, допустим, мы не знакомы, потом я подойду к тебе. Привет, как ты, да. Потом ты сразу ответишь, у меня парень. Это нормально или нет? Нормально. Нормально? Да. Да, потому что девушки знают, что они начали познакомиться более относительно, да, типа... А, ну то, что более... к ней парень подходит для того, чтобы с ней общаться, встречаться? Да. Ну да, и поэтому они сразу говорят, что у меня есть парень, давай мы не надо со мной общаться, не надо со мной знакомиться. Теперь, Рарусь, ты идёшь to the point.
Да. To the point. Ну, типа, ты сразу говоришь. Uh-huh. Да. А в Индонезии иногда, как сказать? Ну, тут не всегда, иногда так не говорят. Да? Конечно. Не, просто, например, например, девушка, у меня есть парень, uh-huh. и потом я подойду, и тут сказали, просто попробовать медленно, как сказать, постепенно. Постепенно? Да, вот, uh-huh. чтобы они... Не поставили, да. Не сразу говоришь, понимаешь, uh-huh, да? Да. Вот это индонезийский. Не знаю, это просто стереотип, окей? Вот. И стезио. Ну что, они сейчас... Да, это у меня есть вопрос такой. У тебя Алина и Квика уже спросила. У всех спрашивают. Да, это важно. Как ты думаешь про таракан здесь? Тараканы? А в Казахстане есть тараканы? Конечно, есть. Такой же таракан? Такие же, наверное, такие же. Но как бы в обычной жизни у нас, у меня не встречались тараканы, ну, постоянно. Например, домой мог с улицы забежать один таракан. Я боялась ужасно, я завала папу, чтобы он его убил. А потом я сюда приехала и приехала в общагу, в общежитие стала жить. Вообще много. Это ужас. Это ужасно много, да. Они повсюду. А в квартире? У нас нет вообще. Нет, да. Да. В основном тоже нет. Да. А, сколько примерно таракан? Можно ты вот так примерно? Размер? Да, размер. Ну, вот так, наверное. Наверное. Да? Серьезно? Да. Вот так? Не, так? Ну и вот так. Вот так? Серьезно? Ну, хотел вот так. Хотел бы это. А что? Ну, ты знаешь, меня не где-то, они здесь. Да? Да, здесь. Ничего себе. Потом... Ну, нет, они вот как пальцы. Да, вот. Здесь, ну, большой. И они тоже летают. Обалдеть. Да, сейчас показываю. Постоянно? Дома прям? Все много. Дома есть. На вас тоже? Ну, залетают на вас? О, дома, мой дома нет. А если есть некоторые что-то... Угу. Если грязный, тогда будет. Вот так. Обалдеть. У нас была такая история, что Оксана моя, с которой я сейчас живу, мы жили вместе в общежитии, и она просыпается, и у нее, ну, по руке бегал таракан. Да, тоже. Да. Когда я в столовой. В общежитии, когда русский язык я учил, и здесь вдруг до таракана. Да, еще одноклассник сказал, что он просыпается, у него на носу таракан сидел. Представляешь, это страшно. Да, я хочу показать в общежитии, как таракан, да. Потому что мне друзья сказали, что много тараканов, когда... Не, в Парусе. В ТПУ. Mm-hmm. Да, они учатся в ТПУ. Ну вот здесь, которые, где общага, где KFC, да. Там очень много тоже. Серьезно? Тараканов. А ты поэтому сейчас ты живешь в квартире? Конечно. Понятно. Да. Я тоже. Окей, вот так, сейчас покажу. Вот! Обалдеть. Сейчас. Ну я увидела, что да, он видно. Там огромный. Огромный, да? Вот. Вот такой. Ужас. Еще крылья такие здоровые. Да. Ужас. Ужас, да? Да. На самом деле, парни, все нормально. Когда тараканы прошли, если они летают, тогда то... Да, понимаешь, да, как девушка все. Да, вот, да. Вот это парни индонезийские. Не знаю, вы в России, наверное, не сильные, да? Нет, не знаю. Но в основном они убивают. Нет, они не могли бы убивать, потому что они летают. Летают? Вот. Их сложно да, поймать. Да? Просто прячутся. Да, вот так. Затем мы говорим про таракан. Давай дальше, другой вопрос. Ай-яй-яй. Окей. Ну, я не знаю, это красивый вопрос или нет. Ну, давай посмотрим. Вот и решим. Да. Ну, Коля сказал, что... Или, не говорю. Кто-то парень сказал... Какой-то парень сказал мне, что если ты встречаешься с девушкой или парень, это можно спросить, вот ты уже, с кем уже занимался? О, не будем про это говорить. Да, не будем, это да. Лучше, да, не, да, 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 все. С Колей про это говорить, да, с ним поэтому, можно. Да, вот, поэтому я сказал, красивый или нет. Ну да. Да. Ну да. Да, другой стереотип. Много на самом деле, блин. Russians love vacation at the dacha. Как ты думаешь? Ну да. Ну типа загородные. Да. Ну, я думаю, что дача это только как до деревни. Да, это, ну, люди в основном живут здесь, в квартирах, например, а ездят отдыхать на дачу. Но vacation, ну, сейчас, подожди, а почему они как
Не, а, да, не все, да, хотят путешествовать в другую страну, например, как в Таиланде. Ну, кому-то это дорого, им, например, на дачу да. можно съездить просто на выходные, на несколько дней, там, пожарить шашлыки, посидеть там с семьей. Точно, да, точно, да. Да, давай другой стереотип. Давай. Нет, это вопрос мне, наверное. Тебе? Давай. Да. Наконец. Я к тебе. А, как ты мне? Да. Сейчас, вопрос. Почему... Нет, какая страна, если ты думаешь, лучше в Таиланде? Путешествовать либо на Бали, в Индонезии. А я же не, я не была же на Бали. Если би, если би, ты я бы хотела на Бали. Ну, если у тебя деньги, ну. достаточно тогда в Таиланд, потому что это дорого, там, правильно? Ну, в Таиланде дешевле. Да, дешевле. Да, поэтому Бали русские дорого. Много да, в Таиланде. Туда, в Таиланд, да. А на Бали дороже. Да, это стереотип на самом деле, но думали, это правда. Mm-hmm. Да. Именно в Вьетнам тоже, да? Здесь, отсюда, Вьетнам, да, Вьетнам. Да. Но это отсюда, потому что, смотря как все расположено, видишь, а, ближе, да. например, поэтому дешевле. Да, вот. Вот. И тоже, на самом деле, Бали это через две стороны, как сказать. Mm-hmm. Страны? Нет, да, через две страны. А если в Таиланде, сразу. Mm-hmm. Direct, что-то же. Сразу. Прямой, да. Да, прямой, да. Mm-hmm. Вот. Поэтому лучше сразу прямой. Да, но я на Бали два раза, да, вот. Да, я тоже, на самом деле, люблю цитаты. Ты тоже бы хотел на Бали? Да. А у вас дома есть бассейн? На Бали нельзя, на самом деле. Как это? Ну, некоторые семьи думали, что уверен, нельзя бассейн, потому что это из-за культуры на Бали. А в другой остров это тогда нормально. Понимаешь, да? Да. Не знаю почему. Я хотел бы бассейн вот дома. Конечно. Да, конечно, я уже сильно попросил. Давай, папа, бассейн, да вот. Нет, сказали, нет, на Бали тосно это. Да, ну, они уверены, да, некоторые человек. Угу. Вот, поэтому... А как жить в такой жаркой стране и купаться? У нас много бассейн, пляж. Но вы часто ездите? Нет. Ну, вот, вот это так и странно. Ну, вот а даже... Всегда русские спросили меня, почему. Ну. Ты сможешь, да, сарфинг? Знаешь сарфинг? Сёрфинг, да. Да, сарфинг. Нет, больше всего не балийский. Ну правильно, потому что все отсюда ездят на Бали, там учатся сёрфить, как бы так же. Нет, о, балийский нет. Поэтому сказали, что... Ну, они думали про нас, да, что да. страны. Зачем? Это классно. Не-не-не, да. мне не хотел. А? Не пробовал даже? Как это возможно? Это то же самое, что здесь, например, человек бы жарко, жил жарко. И не трогал бы снег, например. Вот то же самое. Да, да, вот. Поэтому. Точно. Окей, Дерзкий, твоя дела.